Дорогие друзья, сегодняшняя встреча проходит в непростое время. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое. Отсидеться ни у кого не получится. Нельзя допустить создания новой международной архитектуры без нас. Понятно, что против нас развернута сейчас гибридная война, с составляющей частью которой основной является информационная война. Притом надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете. Иного выбора у нас нет. –